Вот смотрите, вот до середины ступенек точно она заливается. А вот он на стене прям уровень, вот видите, вот. Ужасное состояние этого подвала периодически дополняют канализационные стоки. По словам местных жителей, управляющая компания на ситуацию реагирует не сразу, но воду все-таки откачивает. Хотя глобально ситуацию это не меняет. Они приезжают, откачивают, а вода снова прибывает. То есть проблема не решается. Откачивают только воду. Вероятно, какие-то проблемы с трубами, с канализацией, еще что-то. Но это уж мы не знаем. Еще опасения у всех вызывает, что у нас там электрощиток, и до него остается 15-20 сантиметров, когда вот в выходные поднимается, страшновато. И мы бы хотели, чтобы эту проблему решили, осушили наш подвал, очистили, продезинфицировали, потому что все равно все вот эти запахи никуда не деваются. Кроме опасности короткого замыкания, залитый нечистотами подвал создает и другие проблемы. Тошнотворный запах вместе с дискомфортом наносит реальный ущерб здоровью. Я жительница 4-го подъезда. До нас доходит запах, зловодный вот этот запах, от которого дико болит голова. И себя мы вот так вот, я, например, вот с таким уже ринитом, вот от этого запаха. Какой-то даже, наверное, аллергии. Вот сейчас бегу в поликлинику. Может быть, надо трубы поменять канализационные. Хотя вот фонд капремонта мы смотрели. Значит, ремонт подвалов на следующий год запланирован, 25-й. А вот ремонт водоотведения канализации 26-28 год. То есть сделают капремонт подвала. Его до 28-го года еще не раз зальет. Потом сделают канализацию, но ремонт подвала уже делать, конечно, не никто не будет. О том, почему проблему устраняют лишь на время, мы решили выяснить в управляющей компании. Там нам объяснили, дескать, вода в подвал поступает из-за засора внешнего водоотведения, которое находится в ведомстве водоканала. Письмо туда управляйка уже направила. В ближайшее время специалисты водоканала соберут комиссию для того, чтобы разобраться в ситуации. Мы, в свою очередь, продолжим следить за этой историей. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».